Всем привет! Сегодня соберем такой вот внешний обзор для наших моделей. Крепиться он будет вот так вот, сзади у нас. Вот. Плюс резинка. Ну что, поехали теперь на детальни. Итак, первым делом нам нужно распечатать две детальки. Потом мы их после печати собираем вот так. И берем улитку нашу и крепим. Сначала сюда, с этой стороны, справа. И так вот, вставляем сюда. И потом закрепляем последний. Оп. И она отлично держится. Вот. Так, на втором шаге нам понадобится паяльник, в моем случае USB, припой и кусачки. Вместо кусачек можно все что угодно, главное надо будет почекрыжить провода на кулерах. Я уже это все проделал, а вам я сейчас расскажу, что нужно делать. Первое, берете провод от улитки, он намного длиннее, раза в два. Вот. Приблизительно прицепляете сюда, ну и смотрите по расстоянию, сколько вам тут понадобится. Вот. То есть в данном случае я совсем немножко тут запасом сделал. Вот. Отрезаете лишнюю. Потом берете свой хот-энд, разбираете, толкиваете его осторожно, не сломайте уши. И тут будет две таких вот штуки. Это охлаждение мотора самого экструдера, который филамент подает. Вот. А вторая, это будет вот тут вот вентилятор. Я уже у себя достал его. Вентилятор, который охлаждается охлаждением. Вот. Его вы берете провода и обрезаете хвостик. И этот хвостик припаиваете тут. Сам крепление, точнее вход с этой стороны отгибаете и закрываете. Не перепутайте, красный будет красный для охлаждения самого мотора, второй для охлаждения модели. Следующее, что вы делаете, вы крепите сюда. Это двинуть надо сперва. Крепите мотор сюда. Потом вам нужна резинка. Резинкой пришлепываете. И соединяете. Все, готово к работе. Можно пользоваться. Если поднять, нужно посмотреть, как оно выглядит в готовом виде. В целом, конечно, обзорность модели становится хуже, но зато по обдуву лучше и проще настройки для пластиков подбирать. Потому что все-таки стандартное охлаждение, оно недостаточно и какие-нибудь углы могут заплавляться при больших температурах. С хорошим обдувом, конечно, такого не будет. Итак, чтобы сделать внешний обдув, что нам потребуется? Распечатать заранее две детальки. Найти какую-то резинку, которую вы будете крепить. Паяльник, каплю припоя, чтобы провода припаять. Кусачки, либо ножницы, чтобы обрезать провода. И со стандартного охлаждения вы срезаете разъем и приделываете к улитке разъем. Ну и сама улитка. На этом все. Творческих успехов!